А потом подойди сюда. Крутую штуку тебе сейчас покажу. А это просто очень красиво, их друг за друга, если повесить, они на ветру будут просто как шторы. И они просвет видишь, такой очень красивый дают. Когда на них будет солнце или какой-то свет светить, они будут тень давать. Вот, вот берем вот эту кровать. Все артефакты, почистим их, помоем, выстроим все, что нужно выстроить, где люди будут ходить, посмотрим пешеходные истории, над чем переносить этот двигатель, на тот танцпол, это диджейка. Потихоньку все отсюда забираем и по разным точкам ставим, планируем. И привозим еще, и привозим.